театре имени Сакена Сейфуллина торжественно открылся 91-й сезон. Зрителям показали драму «Ултка Кызмет». В историческом произведении описывается борьба партии «Алаш» за свободу. Открытие 91-го сезона состоялось в областном академическом казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина. На сцене впервые показали документальную драму Каната Жунысова «Ултка Кызмет». Этим спектаклем мы решили открыть новый сезон. В ближайшее время планируем поставить и другие произведения. Этот спектакль был посвящен нынешнему поколению, чтобы оно передавало его идеи следующим. История вращается вокруг формирования идеи национального освобождения. Главными героями драмы стали основатели партии «Алаш» Алихан Бакиханов, Алимхан Ермеков и Жакып Акбаев. Зрители высоко оценили актерское мастерство артистов театра. Очень интересный спектакль. Я будто окунулась в историю. Получила много хороших впечатлений. Я словно вернулась в те времена и увидела, какое место занимала партия «Алаш» в это непростое для людей время. Этой осенью театр имени Сакена Сейфуллина собирается участвовать в трех масштабных мероприятиях – международном фестивале в Актау, фестивале спектаклей в Уральске и Большом республиканском фестивале в столичном театре имени Куанышбаева. Также коллектив театра собирается на гастроли в Алматы. Я работаю здесь 28 лет. Думаю, что новый сезон принесет нам новые интересные спектакли. Откроет публике ярких артистов и режиссеров. Поздравляю коллег и зрителей. Пусть новый сезон принесет много интересного. Удачи! Эмиль Фукс, Миржан Джумамуратов, Николай Шевелев, 5-й канал.